Сегодня у Яны Гусейновой важный день. Ей вручают паспорт гражданина Российской Федерации. Отпраздновать такое событие она планирует в кругу родных и близких. Поддержать и поздравить Яну в этот день пришли мама и подруга. Я очень горжусь тем, что я живу в этой стране, то, что я наконец-то получаю свой первый документ, первый паспорт. Вот, у меня очень необычное впечатление от такого масштабного мероприятия, на которое меня позвали. Получение паспорта – один из этапов вступления подростка во взрослую жизнь. Поздравить ребят с этим событием приехали почетные гости. Это не просто документ, который удостоверяет личность, в котором есть ваша фотография, написано фамилия, имя, отчество. Это документ и такое вот удостоверение, которое говорит о том, что вы часть великой большой страны, великой России. И, наверное, вот я, может быть, неформально буду говорить, чем вы дольше, ребят, будете жить, тем больше будете видеть и понимать, какая у нас прекрасная страна. Торжественное награждение прошло в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Место выбрали не случайно. Недавно здесь открылось первичное отделение «Движение первых». Активисты «Движения первых» городского округа Самара вышли с инициативой создать первичное отделение и создать здесь книжный клуб, для того, чтобы ребята могли приходить, читать и популяризировать «Движение первых», популяризировать библиотеку среди детей и молодежи в нашем городе. В торжественной обстановке получают паспорта ребята, которые имеют успехи в учебе, в творческой, общественной деятельности, в спорте. В числе таких ребят и Юлия Сухова. Недавно она вступила в ряды активистов «Движения первых». В этом движении ты находишь много интересных людей, с которыми можно пообщаться, с которыми можно поговорить. И вот эти люди просто прекрасны, мне очень нравятся. Организовывают всякие мероприятия, там, на которых можно побывать. Свой первый документ получили 23 юных жителя Самары. Светлана Кудрявцева, Августина Охременко, Игорь Казановский. События.